Официальное открытие и запуск вышки собралась, кажется, вся деревня. Приехал и омский студент Алексей Дудаладов, во многом благодаря которому здесь появилась устойчивая связь. Замеряем скорость. Студент с «Березы» прославился на всю страну в ноябре прошлого года. Тогда он записал видео, на котором пожаловался, что не может учиться дистанционно, чтобы поймать сеть, приходится лезть на дерево. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Тут высота 8 метров, вот сейчас я примерно. О том, какая связь теперь, Алексей рассказывает омскому губернатору. Александр Бурков специально проводит встречу онлайн, чтобы убедиться в качестве интернета. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, жители села Редкое. Интернет сколько сейчас? 29 мегабит в секунду, проверял лично. Слушай, у меня в кабинете такого нет. Вышку построили в рекордные сроки за 2 недели. Еще несколько месяцев ушло на согласование документов. Зона охвата 6 километров, поэтому интернет есть не только в деревне Редкое, но и в ближайших населенных пунктах. Что ты любишь смотреть? Какие мультики? Хуевки. 3-летняя Вероника теперь может смотреть мультфильмы в интернете, а ее брат, 5-классник, без проблем учиться. Мы очень рады, что у нас теперь хороший интернет. Я думаю, скоро мы оценим качество жизни, совершенно будет другое. Это первая базовая станция в стране, которая установлена в рамках обновленного проекта устранения цифрового неравенства. Раньше вышки ставили только в деревнях с населением более 250 жителей. Сейчас от 100 человек. Юля